дорогие зрители! Меня зовут Кристина, я тестировщик из Москвы. Я записываю это видео для канала «Голос Силиконовой долины». И тема видео — как канал повлиял на мою жизнь. Я бы немножко хотела рассказать о том, кем я была до того, как я начала смотреть канал 3 года назад. В 2011 году я закончила институт по специальности лингвист-переводчик. До того, как я узнала, что есть такая область, как тестирование программного обеспечения, я думала, что программисты сами тестируют свои продукты. Вообще, на протяжении 26 лет я не знала четко, кем я хочу быть. Я знала, что дело всей своей жизни я найду позже. У меня очень много хобби, но это только потому, что я близнецы, и у меня просто очень много хобби. Меня всегда привлекало интересное и необычное, а также, как многие говорят, сложное и недоступное. Я никогда не хотела никуда переехать. Но это не из-за того, что мне было здесь хорошо, а из-за того, что я не интересовалась политикой и не читала новости. Так вот, в 2012 году я заинтересовалась темой иммиграции, конкретно в США. И я нашла на YouTube канал Silicon Valley Voice. И это было одно из видео на тему о США. Так вот, я бы хотела отметить, что меня сразу же поразило в рассказчике. Это необыкновенная глубина мысли, это необыкновенная мудрость, это необыкновенный интеллект. И это, конечно же, опыт, который мы приобретаем на протяжении всей жизни. Еще мне понравилось то, что образ мысли и отношение к жизни говорящего были очень близки. И мне даже показалось, что я нашла родственную душу. К тому моменту, ноябрь 2012 года, я была в положении. Но я не привыкла сидеть без дела. И заинтересовавшись темой тестирования, я начала смотреть обучающие видео на канале Портнов Computer School. Так как же повлиял на меня канал? Я бы хотела сравнить пользу от просмотра канала Silicon Valley Voice для себя с небольшой метафорой. Метафора называется «Две дороги». Давайте представим, что есть в жизни у нас две дороги. Одна дорога – это та, которая нам нужна, но она в плохом состоянии и очень трудно преодолимая. И вторая дорога, она идет в другую сторону, и это не наша дорога. Канал Silicon Valley Voice, и конкретно Михаил, Светлана и все, кого Михаил приглашает для интервью, все, что Михаил снимает, вся эта информация, весь тот позитив, юмор, отношение к жизни, все эти интересные истории и, конечно же, видео по тестированию стали для меня третьей дорогой. Третьей дорогой, которую я раньше не замечала и о которой я не знала. Но она была там всегда. Я работаю удаленно тестировщиком уже 2 года. Еще я бы хотела добавить, что видео Михаила Портнова подарили и дарят не только радость, позитив и знания, а также огромную уверенность в себе. Я всегда боялась публичных выступлений, и мне было трудно высказывать свою точку зрения перед большой публикой, даже в кругу друзей, семьи. Так вот, и благодаря этой уверенности я наконец-то решилась начать свой блог. И пользуясь данной возможностью, я бы хотела поблагодарить Михаила, Светлану, а также всех тех, кто принимал и будет принимать участие в создании видео для канала. А также тем, кто смотрит, я бы хотела пожелать бороться за свою мечту. Спасибо за просмотр. Всего доброго.